Привет, ребята! Вы на канале Иришка Мими. Сегодня я вам расскажу, что же будет в этом видео. Вы уже в этом видео увидите нового крысёнка. Не знаю, точно ли он будет рыжим, но надеюсь на это. Держите крестики, пальчики. Сегодня, сегодня я это записываю видео, а завтра мы поедем с Андреем за новеньким крысёнышем, мальчиком. Мы уже ему придумали имя, его будут звать Персей. Как-то так. Посмотрим, как дальше мы будем кличить его, не знаю, посмотрим. Само, может, какое-то придет прикольное имя. Вот, хочу немножечко рассказать, что и как я его искала. Это такая длинная история, на самом деле. Ну, давайте начнем. Я сначала загорелась желанием завести рыженького крысенка. Думаю, ладно, вот там черный у нас был, серенький, агути, какого бы еще окраса я хотела. Думаю, ну, наверное, рыженького. Начала искать в интернете, на Авито смотрела, на Ротмани заходила, смотрела. И в Инстаграме смотрела. В Инстаграме, кстати, очень много всяких разных продавцов. Не знаю, хорошие, нехорошие. Не связывалась особо, поэтому, ну, есть выбор. Написала девушке, нашла, и мы что-то, ну, я спросила про рыжий цвет, попросила фотографии мамы, папы, и в итоге оказалось, что того крысенка я его уже забронировала, предоплату заплатила, и за день-два перед тем, как его забрать, мне написала хозяйка, что у него оказались красные глаза, а не черненькие, как изначально все думали, потому что когда я его бронировала, у него были глазки еще закрыты. Вот, а потом оказалось, что они красные, и я отказалась. То есть сняли бронь, мне вернули деньги, и все, как бы. Не получилось, сорвалось, я расстроилась, и тогда подумала, что ну все, уже точно не буду брать крысенка, значит не судьба. Мои крысы уже хорошо живут, ладят вместе, а тут какой-то новенький, и опять это все подселение заново. Непонятно, как отреагируют серенькие крыски, как Мигель отреагирует. Я теперь за Люция переживаю, потому что Люций такой, знаете, хо-хо-хо-хо, я тут как главный босс, как будто, знаете, такой наглый у него вот сейчас такой характер. Ну и вот я переживаю. Ну и все, как бы все, ладно. Подрастроилась и все, тема закрыла. Потом мне подписчица прислала аккаунт девушки также в Инстаграме. И тоже рыженькие крыски родились. И фавны кудрявые, по-моему, были. И вот рыженькие обычные. Я посмотрела по фотографиям, ну прям вообще рыженький-рыженький. И я думаю, ну дай напишу ей. В Инстаграм эта женщина мне в директ не ответила. Я ей даже комментарий оставила под публикацией с рыженьким крысом, что она директ не читает. Она ничего мне не ответила. Потом кое-как я нашла ее WhatsApp, там через Instagram какие-то контакты, вроде WhatsApp, вбила номер, написала ей WhatsApp. WhatsApp она мне ответила не сразу, не помню, сколько прошло по времени, ну что-то, может быть, полдня, если не больше. Она написала: здравствуйте, да, есть свободненькие, вот такие, как на фото, есть мальчики. Ну я забронировала его, вот, и я уже была готова в тот день его забрать, знаете. Но не получилось, потому что она сказала, что он еще маленький, и ну, нельзя его еще забрать, пускай с мамой побудет. И, в общем, сказала, что можно... Я спросила, а когда тогда можно его забрать? Она сказала, либо 30-го, либо еще какого-то там числа. Вот я запомнила 30-е, потому что я вот забронила, ну, договорились на 30-е число, на завтра. И что скажу про эту женщину? Я с ней лично вот еще не виделась, не общалась. Но по переписке она мне уже не нравится, потому что она какая-то безответственная по мне. Я оставлю ее Инстаграм, ссылочку, где можно, ну, чтобы вы тоже хотели посмотреть крысиков, а я Инстаграм ее прикреплю к этому видео, ну, чтобы мало ли. Но просто скажу свои ощущения, как мне показалось, что она какая-то безответственная, что ли, либо ей по херам вообще отвечать, ну, клиентам, не клиентам, потому что... Прошло сколько-то времени, мы вот договорились, все, он там время идет, идет. Мне стало интересно, думаю, ой, интересно было бы посмотреть на родителей этих крысят. Ну, я ей написала: здравствуйте, а можно еще раз фото, ну, сейчас фото крысенка посмотреть, и фото родителей, то есть мамы, папы. Ни ответа, ни привета, я ждала 2 дня. Она мне не отвечала 2 дня, представляете? То есть я ей WhatsApp писала, не куда-то в директ, нет. Ну, потом она написала: ой, потеряла вас. Скинула фотки крысенка, а фотки мамы и папы не скинула до сих пор.
Она написала: ой, а фото мамы, папы я недавно чистила там фотопленку, я ее удалила, надо перефоткивать, типа, ну, живу фоткать, типа, не сейчас, типа, времени нет или что-то такое, я уже не помню. В итоге я такая: ладно, она мне скинула фотки крысика, и я смотрю, он уже не рыжий, а какой-то, блин, бежевый. Вот, конечно, может быть, качество картинки с телефона меняется. Я начала паниковать. Я такая: блин, а он точно рыжий? Спрашиваю. Она такая: да, рыжий. Ну, я там... Потом еще раз зашла к ней в Инстаграм, посмотрела, как он выглядел. Посмотрела, как бежевый выглядит, и скинула ей: смотрите, когда я бронировала, он выглядел вот так, а сейчас он выглядит как бежевый. И, короче, ну, у нас был диалог, она такая: мне нет смысла вас обманывать, тыры-пыры. Но я ей не говорила, что мне кто-то обманывает, просто меня надо было успокоить, потому что я переживаю, у меня никогда не было рыжих крыс, и я не знаю. Она сказала, что они сейчас будут линять, рыженькие крыски, и поменяют еще окрас. Но, как мы все знаем, что когда крыса линяет, вообще, когда животное линяет, оно обычно становится светлее, насколько я знаю. То есть шерсть будет светлее. Он и так уже какой-то бежевый. Поэтому я немножко сейчас переживаю, потому что мало ли он не будет рыжим. Ну, отказываться я уже, конечно, не буду. Вот какой будет, такой и будет. Возьму, потому что уже, наверное, странно будет отказываться. Типа: ой, знаете, она еще живет... Вообще, мы в одном конце Москвы живем, а она в другом. Вообще, нам 2 часа ехать до туда, капец. Вот. И вот про общение с этой женщиной, девушкой, не знаю, кто она... Ну, такое себе. Она как-то, знаете, до сих пор я жду фотографии родителей крысёнка. Я думаю, я их уже никогда не дождусь. Мне просто интересно. И вот такое вот... И сегодня же, сегодня 29 число. Я ей написала утром, проснулась в 10 вечера, ой, в 10 утра. Написала: здравствуйте, завтра во сколько мне подъезжать и куда за крысёнком? Ни ответа, ни привета. Она мне уже ответила где-то в 3 часа дня. Я думаю: ну ладно, хорошо. Но она мне ответила, я посмотрела, мы договорились завтра на 4 дня, ну, вечера, дня, не знаю. Вот, и надеюсь, завтра, когда мы подъедем, она сразу же прочитает это сообщение, и, ну, там не будет каких-то проблем, потому что у меня подозрение, что она также не будет читать сообщение, я не знаю, может, у нее уведомления отключены или что, или как. Какая-то она такая безответственная, ну, вот мне показалось. Просто если сравнивать... Допустим, когда мы рыжих крыс бронировали в питерском зооповеднике, я не помню, как назывался, Limited Edition, вот, там все максимально, блин, анкеты, не анкеты, там все подробно расписано, тебе даже вопросы не надо задавать, уже вся информация есть. А тут и то, и сё, и пятое, десятое, и тех отвечают, 300 лет будешь ждать, и думаешь: ладно, мне уже и ваш ответ и не нужен. Вот, не знаю, как завтра, что, надеюсь, я не расстроюсь сильно, и вы тоже. Я подготовила уже эту клеточку, он будет жить у Галюни в этой комнате, Гали здесь нет, комната пустует, будет жить Персий. Вот, клетку подготовила, свое кигуруми рваное, грызанное. И что, на ночь я, ну, конечно, в первый день, когда я его принесу, я его сюда поставлю, ну, короче, перенесу, закрою, пускай обустраивается, привыкает, особо трогать его не буду, но это я тоже завтра все подсниму, покажу, увидите все вместе. Подготовила уже переноску на завтра, вот, все. Ну и что, вот такое вот пока небольшое вступление, так что, если интересно, оставайтесь, будем вместе потом... переживать за меня и за моих крыс, как они будут дружиться. Первых хочу подружить — это Рафаэля, потому что он самый такой спокойный, он самый шугливый крыс, и я думаю, что первым его буду знакомить, потом Люция, ну и Мига последний по очереди, а когда уже потом они более-менее обнюхаются, я их посажу в маленькую переноску, может чуть не вот это, а чуть побольше, которая... И там они будут у меня все сидеть, как я знакомила Мигу с серенькими крысками, вот... Посмотрим, потому что вот этот способ мне больше понравился, чем нейтральная территория, где-то они ходят друг от друга, далеко не видят, вот это вот какое-то такое непонятное. Как подружить крыс, интеграция поселения крыс, 2 способа, у меня есть ссылочка под видео, то ли тут, не помню с какой стороны, в описании. Посмотрите, там есть отдельное подробное видео, как знакомить крыс. Вот, все. Ну, не прощаться не буду, продолжаем дальше. Быстренько расскажу. Все, мы забрали крысёнка, позже чуть-чуть покажу. Мы приехали, дофига ехали вообще на Селигерскую, там еще на автобусе, там 7-8 остановок. Погода ужаснейшая сегодня была, выпал осадки за месяц,
вот снег, дождь с дождем, непонятно, метель, холодно, все отмерзло у меня, все руки. И приходим в подъезд, получается, она нас впустила и вынесла два крысенка. И я офигела от того, что... которые она дала нам выбрать два крысенка, и я выбрала с темненькими глазками, и там был вот тот, который я бронировала, оказывается, он был с красными глазами. Хотя изначально, когда я писала, что хочу забронировать крысенка с темными черненькими глазками, она такая: да, такие есть. А по итогу, когда мы приехали, она сегодня дала нам, ну, как бы выбор, типа, вот, можете такого взять, можете такого, типа, два на выбор. Вот, а изначально она такая: ну вообще ваш вот этот постарше, потому что уже время подошло, и он оказался с красными глазами. Хотя изначально в переписке я говорила, что мне нужен крысенок с темными глазами, понимаете, да? То есть она как будто это тоже проигнорировала. Девушка достаточно молодая, ну может быть, наверное, моего возраста, может чуть постарше, ну где-то такая. Я думала, она будет старше, но нет. Вот, вот такое вот общение. Ну, она на самом деле милая, вроде как, ничего такого. Но просто имейте в виду, если будете у нее бронировать, то изначально прям спрашивайте, чтобы вы точно конкретную фотку вашего крысенка присылали, какие глаза, если вам это важно. Потому что вот по итогу оказалось так: если бы мы сегодня приехали, и он бы был один, он бы был с красными глазами, и я такая была в шоке. Мы... ехали очень долго, это не пару станций, это дофига, это пол Москвы, ну, даже с другой конец города, мы протащились в такую погоду, потратили деньги на проездные, вот, и вот такая подстава была, хотя изначально договаривались вроде как на черные глазки, она сказала: да, ок, все есть, вот, и, ну, просто повезло, что был выбор из двух крысят, и я взяла тот, который поменьше, хотя, типа, бронь была на другого, сейчас покажу его. Он спрятался, смотрите. Он не такой рыжий, как я хотела, но все же видите, что он рыжеват. Возможно, он поменяет еще свой окрас, когда будет расти. Ему 28 ноября исполнился месяц. Посмотрите на него, какой малыш маленький. Ну, он прям супер-супер светлый, больше на персика похож. Персиковый такой окрас, но все-таки он больше выражену, чем беж. Даже. Вот, он такой еще... ну, немножко пугливый, но, в принципе, не сильно, не то прям, чтобы шугается. Я его когда в ручки взяла, чтобы в клетку пересадить с переноски, он у меня сидел, мне пальчики полизал, такой дуреха шерстяной. Маленький персик, сейчас достану его. Вот, смотрите, на руках, да, когда держишь его, он кажется каким-то даже бежевым. Но я думаю, что он будет все-таки рыженьким, надеюсь на это. А если не будет, то уже такого взяли. Смотрите, какой он маленький. Давайте запомним этот момент, потому что они так быстро растут. Я не могу. У него тут еще даже шерстка как пух. Смотрите, вообще пушистый такой пушок у него еще. Нет, смотрите, что-то у него на ушке то ли рано, то ли что непонятно. Но сейчас будет карантин 10 дней по-любому, чтобы... он привык и ко мне, и к клетке, новому обстановке вообще. Проверим там, ну, внешних паразитов никаких не вижу. Буду за ним наблюдать, не будет ли он как-то чесаться сильно. Если замечу, то прокапываю от всяких паразитов. Уйди, куда ты пошел? Мальчик маленький. Это куда это мы пошли? И уже потом будем знакомить постепенно с моими малышами их. Я буду сначала с Рафани знакомить. Ну, я так думаю, там посмотрим, как получится. Вот такой вот у нас малыш. Ой, ты куда? Ты что, прыгнешь? Ты что, такой смелый? Песи. Маленький малыш. Давайте на глазки посмотрим. Они тоже, вроде, мне кажется, не прям совсем черные, видите? Или черные. Ну, которые те были, там было очевидно. Видно, что они такие красные. А тут прям сразу видно, что они более темные. Смотри, ну вроде бы есть что-то рыжее, да? Мы пытаемся понять, он рыжий или нет. Он просто лысик пока что. Да, он еще есть. Я белый экспериментальный мышь. Повернись пальчик в наш. Так я пока еще маленький вообще. Привет, красавчик. Куда? Сейчас упадешь, дурик. Такой вообще. И куда давай? Оп, перевернула. Так, куда ты сразу перевертываешься? Куда ты сразу перевертываешься, дурик? Вот такой вот у нас хулиган сейчас. Ладно, все, опущу его. Не хочешь? Пошел ко мне на плечико. Ты засыпаешь? Ребята, он засыпает на моей руке вообще просто.
Он такой классный, маленький малышевич. Сейчас ему больше времени надо уделять, чтобы он ко мне привык. И надо обязательно положить свою вещь в клеточку, чтобы он привыкал к моему запаху. Еще такой малюсенький, еще сладкая бабочка. Люблю, люблю уже. Главное, что обязательно надо мыть руки, когда я буду, ну вот после него, мне надо помыть руки, и вот чтобы не пахло персием, чтобы мои старые крысы не почувствовали его и не нервничали, и никакая зараза не перешла к ним, если вдруг он чем болеет. Ай, смотри, что это за мышка такая маленькая? Он такой спокойный, такой просто сидит, даже не убегает, ребята, это просто какая-то магия. Казалось, да, крысы такие, надо куда-то свалить. Он просто сидит и все, не убегает никуда. Тот-тот-тот, сейчас начнется. Никуда. Никуда мы побежали, усатик. Маленький малыш. Ты что, на меня написал? Написал на меня, ребят. Конечно, от испуга, скорее всего. Сейчас я вытру. Тут кигуруми специально приготовила, чтобы... Ну, и его туда закинуть, чтобы он там, если что, копошился в моё кигуруми. Ой, что? Что? Я, кстати, это все так быстро произошло, что я не успела проверить, точно ли это мальчик. А то мало ли. Но яички он огромнейший просто. Яички вот сразу видны, ребята, если что. Какой у нас большой мэн. Какой ты у нас большой мальчик, карабкаешься. Мне кажется, он уснет у меня просто через 5 минут, если я... перестану говорить и выключу свет. Ну, вот этот яркий. Ребят, ну все, вы познакомились с персием. Я его сейчас в клеточку отправлю, пускай привыкает. Ну все, теперь у нас новый крысик. Поздравьте меня и моих крыс с пополнением. Они пока о нем не знают. Но что-то мне подсказывают, они как-нибудь да узнают. Эти малыш. Все, ребят. Ему даже вот этот гамак большой, хотя для моих крыс он супер маленький. Мои крысы доложатся, и у них все свисает. А этот еще даже вон, смотрите. Даже в гамак, мне кажется, не умеет залазить. Я сверху его положила. Даже можно открытую клетку держать. Хотя, смотрите, он ползает. Вот. Ой, какой мальчик. Ой, какой сладкий мальчик. Какая бусинка. Ну, какой шустренький. Ой, какой шустренький малыш наш. Вот. Такие вот дела.